Каждый 12 человек в мире страдает пониженным гемоглобином. Длительное течение болезни перерастает в хроническую форму. И никакие лекарства не могут помочь. Но вопреки диагнозу врачей, наша героиня нашла выход. Как у нее это получилось, смотри прямо сейчас. Меня зовут Елена. Я из Беларуси. Хочу рассказать историю моего исцеления. До 2015 года я болела анемией. И это заболевание причиняло мне много неудобств. Я чувствовала слабость, мне всегда хотелось полежать. Это такое было состояние, что причиняло мне очень много дискомфорта. Гемоглобин у меня был 84-94. И я постоянно обращалась к врачам. Они мне приписывали таблетки, я колола даже уколы. Но это мне ничего не помогло. И в 2015 году я поехала на колледж «Гора Моисея». Я знала, что апостол Владимир молится, и люди исцеляются. И когда я была на колледже, и апостол Владимир молился, он сказал слово «знание», что исцеляется кровь. Прямо сейчас, друзья, там, где кровь нечиста, во имя Иисуса, сила Святого Духа, когда она движется, буквально она очищает человека от этих заболеваний, она очищает человека от всякой нечистоты, которая могла прицепиться к человеку. Прямо сейчас, во имя Иисуса, пусть будет очищена кровь. Я принял это слово для себя и сказала, что это мое, это мне принадлежит. И я очень ждала уже, когда приеду домой, сделаю анализ и увижу результат. По приезду из колледжа я сделала анализы, и гемоглобин у меня был 130. Это было такое чудо и такое счастье, просто не передать словами. Потому что никогда, я просто не помню, чтобы у меня был такой гемоглобин. И вот прошло уже 7 лет, и гемоглобин у меня 130 по-прежнему. Это просто счастье, просто радость. Это дает мне жизненные силы, жизненную энергию. Я ощущаю то, что я могу делать разные дела. Я могу работать, я могу заниматься обыденными вещами, какие приносят мне удовольствие. И я благодарна апостолу, я благодарна пастор Литочке за их молитвы, за их посвящение. И я благодарю нашего Господа, который исцелил меня от этой болезни. Дорогой друг, если у тебя есть сейчас какая-то проблема, верь и ожидай, что Бог может исцелить тебя по молитве апостола. Бог творит невероятные чудеса. По молитве апостола Владимира и Виктории Мунтян Дух Святой касается и делает свою особенную работу, меняя жизни каждого человека. Дорогой друг, становись частью миссии, смотри передачи апостола и Виктории, и пусть Бог проявится в твоей жизни.